Дамы и господа, саные бомжи и чистые бабёшки. Обращение к вам, друзья, всем здравствуйте. Это канал Веселой Коммуны Компании. Сегодня здесь Денис Колодин. Сучка, иди сюда, иди сюда, сучка. Остальных людей вы отлично знаете. Сергей Шунов, Данте Блатов. У тебя была кликуха в школе? Очень много кликух в школе у всех было, по-моему. Да, а у тебя нет. Я нет. Колодец, колодец. Сегодня у нас новый формат. У нас сегодня бывший футболист сборной России. Мы играем ведь! Колодин, добрый вечер! Каждый из присутствующих здесь будет бросать тебе вызов. Вот три челленджа. Ты либо полностью принимаешь этот вызов, либо можешь одну часть его поменять и сразиться с человеком. Если ты проигрываешь, ты 20 секунд хвалишь победителя. Если проигрывает другой человек, он хвалит 20 секунд. У тебя все очень просто. Согласен? Конечно. Колодец, колодец, колодец. Денис, да. Я вызываю тебя на бой. Нет. У нас будет... Все, я проиграл. Я 20 секунд его хвалю. Сучка, иди сюда, иди сюда. У нас с тобой три дисциплины. Это пенальти, танцевальный батл, и нужно друг друга перешутить. Принимаешь все три батла или нет? Если нет, один можешь поменять. Ну, перешутить я вряд ли его перешучу. Это невозможно. Отлично, то есть можно... у нас остается танцевальный батл. Можешь с центра пробить вверх, вот это делать. Мне очень хотелось бы, чтобы у каждого была дуэль взглядов. Язык так не высовывай, не чай. Очевидно! Я заболел, но не тобой, заболел, но не тобой. Оставь меня в покое, я заболел, но не тобой. Что-то я походу просру. Ну что, 1-0 вашим челленджем повел Дэнчик. Дэн! Братуха Дэн! Мы с Дэном вообще просто на подвор вышли потусить футбик, йоу! Мы дэнсим, мы на ногах дэнсим, включаем этот трек и тусуем все вместе. Данте, давай мне бит. Денис, но тут ты, к сожалению, был послабее. Я согласен. Был вообще послабее, человек прям бороскованный, да, не боялся. Это пустяки! Решающий раунд с центра поля. Какой опыт, а? Еще и в угол. Пожалуйста, хочу победить! Друзья, первый раунд в первой схватке. Похвалы! Стартуют! Денис, ты очень красивый человек. Я считаю тебя самая красивая улыбка и самые огромные яйца планеты. Я уверен, что ты на них сидишь и Ромарою можешь давать по лбу любые части тела, и это счастье для него. Я обожаю тебя и хочу, чтобы ты был моим братом. Братом по крови и по моче. Я тебя очень люблю, Денис. Стоп! Есть что ответить вообще? Нет. Рома ответит. Сука! Какая сука! Денис единственный вообще защитник, который отменил собственную красную карточку на чемпионатах Европы. Я помню этот момент, показывали его крупным планом, и он стоит, за что, блядь? И у меня батя смотрит, блядь, за что, блядь, за то, блядь? Ты что натворил, блядь? За что, блядь? Блядь, за что, блядь, за то, блядь? А там как раз только начались допы, по-моему. Я слышал, что-то. У меня есть два челленджа. Пускай первый будет пенальти, банально. Кроссбар в центре. И последнее. Короче, нужно грамотно, четко свистнуть свисток. Смотри, вот когда ты будешь свистеть свисток, звук должен быть примерно такой. Блин, ты обосрался. Обосрался. Что, 1-0 повел. Что у вас было второе? Мой братуха Дэн всех потрахивает прямо в манеже, йоу!
Короче, нужно четко, громкость и еще трюк. То есть можно сделать все, что угодно. Там крутнуться, я не знаю, повесить на перекладину, свистнуть и так далее. Как надо смочить губы. Давай, я могу помочь. Пидорасы. Соловей прям. Колодец, колодец. Это бесстрашные и практически неуязвимые животные. Они еще очень умны и изобретательны. 2-1, да, отдаем. Ладно. Но Денис чемпион. Еще 20 секунд, вторую схватку Денис, ты выиграл. 20 секунд, ну, засекай, мужик. Ты самый лучший тренер в истории Ромы. Если бы ты был бы еще игроком, то ты был бы капитаном, и Рома пошел бы нахер. Сука! Какая сука! Пушка твоя настолько страшная, то что все бабы в Королеве и в Тверской области просто потекли автоматом. Потекли автоматом. Один пушка страшная! У него! Денис со второй победой тебя. И кто следующий вызывает на батл Дениса Колодина? Шарапов, пожалуйста. Пенальти. Один в один в ничья, ничья защита. Ну, лоншотик, да. Все. Твой взгляд, друзья, пожалуйста. Начал проигрывать наш чемпион. Надо поддаваться, не всегда же. Да, победа поддаваться. Надо, надо поддаваться. Надо, надо поддаваться. Надо, надо поддаваться. Надо, поддаваться. Я был уверен в Феде, Федя был уверен во мне. Победе Сергея. Да никто в целом. Сука! Какая сука! Есть первое поражение нашего футболиста. Первые 20 секунд похвалы в твоей жизни, Серега. Это лучший футболист, лучший бомбардир, пенальтист, который я видел. Скажу Роме Рою, чтобы он взял его в команду. Дал капитанскую повязку, потому что красивый, стройный. Ну еще долго. Не красней, не красней, не красней. Ну что, теперь все, что мы ждали на протяжении всего, вымотали. Противостояние Колодина и Блата. Опасная атака. Витя Блатов с мячом. Он на замахе разложил Дениса Колодина, выждал идеальную паузу. Идем в слет. Выход один на один с тобой. С любого узнаем. Принимаются два снега! Выход один на один, погнали! Что с тобой не так? Витя, тебе надо выйти, понимаешь? За пивом Денису Колодину, пора! Витя, надо выйти. Ладно, я надеюсь морально. Ты дурак, что ли? Просто потрясающе. Очень умный, интересный человек. Но, по правде говоря, спасибо за 2008. Это вот от нас всех, я думаю, огромное спасибо. Это было просто невероятно. Ваша пушка, конечно, 10 лет назад круче моей. Извини за химию. Извините за химию. Есть как раз на 20 секунде. Колодец, колодец. Это Серега Широков. Здесь появляется его инстаграм. Он еще есть в описании. Подпишитесь. Обязательно есть каналы у Никиты Данченко, у Виктора Блатова, у Артема Нечаева. Надо подписаться. Это шикарный инстаграм или так себе? Так себе. Друзья, надо пойти и проверить, действительно он так себе или нет. Давайте вот под последней, вот под этой фоточкой оставляем ему комменты. Денис лучший. Отлично! Приходи к нам почаще. И не забывайте подписаться на этот канал, тоже здесь отлично, здесь хорошо, здесь плохо не бывает. А пока что говорю вам пока.